Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Доброї раніці. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня звернется со штогодовым посланием до белорусского народа и национального сходу. Выступление керовника державы будет за 12:01 раницы транслироваться у прямым эфиры на телеканале «Беларусь-1» и первом национальном канале белорусского радио. Как чекается, самым масштабным у послания станет экономичный блок. Актуальные питания будут огучены так само и у части, якая тычется социальной политики. А проча того, будет вестися размова об приоритетах внешней политики, кадровой стратегии и інших питаннях. Сегодня в Гомелі распачнутся международные науковые конференции, присвященные 30-й годовине аварии на Чернобыльской АЭС. Науковцы разглядят актуальную проблематику отдаленных наступств Чернобыльской катастрофы и радиационной медицины. У лику организаторов и удельников мероприемства и науковцы Гомельского института радиологии. Про выники их науково-доследчей працы наш наступный материал. Сегодня Гомельский институт радиологии – главная организация у реализации державной Чернобыльской программы на 2016-2020 годы. История этого наукового центра наличивает амаль 30 годов, а сам факт его заявления связан с трагичными подеями 1986 года. На момент аварии на Чернобыльской атомной электростанции в Беларуси не было научных школ, научных коллективов и научных учреждений, которые занимались бы проблемами радиоэкологии, радиационной гигиены, вопросами сельскохозяйственной радиологии. Профильные науковые установы было вырашено открывать у Гомеля. Одним из первых был створен белорусский филиал Усесоюзного науково-доследчего института сельскохозяйственной радиологии. Позднее его переименовали в Институт радиологии. Задачи перед установой поставили глобальные – провести комплексные исследования забрудженных территорий и распрацовать науково-обґрунтованные рекомендации для ведения там сельской господарки. Первый проект мы реализовывали на территории Брагинского района, это КСУП Моложинский. Назывался так это «Восстановление загрязненных территорий в результате Чернобыльской аварии с использованием новых экологических технологий». Про выники такой науково-доследчей працы лепш за все кажут личбы. За послеаварийный период поступление у сельскохозяйственную продукцию стронцию снизилось у 2-3 раза, а цезию у 10-12. По экспертной оценке такие показчики на 55% заслуга в ученых. Работы по вертанию забрудженных территорий у сельскохозяйственный оборот у Институте радиологии протягиваются и зараз. Але это только частка доследования. Наш институт радиологии вот буквально с 2011 года на протяжении 5 лет ведет инвентаризацию земель, выведенных с хозяйственного пользования после Чернобыля. Я отметил, это 265 тысяч гектаров земель. Это огромная площадь. Ирина Вишневская, Юлия Хорошина, Ольга Вальченко, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщині обмеркавали питання організації санаторно-курортного оздоровлення насельництва, якое потерпело у виніку Чорнобильської катастрофи. У реабілітаційний центр «Пролеска» Жлобінського району запросили представників Міністерства адукації і охови здоров'я, Департамента по ліквідації наступств катастрофи на ЧАЕС, виконавчих комітетів. Першочергову увагу звернули на роботу з дітьми, яким, опрача непосредне лячення, пропонують комплекс додаткових безплатних послуг. Об чим іде розмова? Ведая Олег Сентирову. Докладно подлечено, что за 30 постчернобыльских годов жихары Гомельской области выезжали на оздоровление 4 миллиона 423 тысячи разов. У среднем это отремливается не 150 тысяч заездов в год. Причем размова идет не об отпочинку, а миновито об оздоровлении. При этом амаль 90% с этой колькости неполнолетние. У реабилитационно-оздоровленчем центре Пролеска первых детей с потерпелых территорий приняли в 94-м. С того часу тут побывали около 130 тысяч человек. Отриманные напрацовки дозволили не просто оптимизовать процесс оздоровления, а и сделать его больше разностайным. В всяком разе, только лечебными процедурами тут не обмежевываются. Приоритетная мета работы центра – створение уму для самореализации и творчего развития. Необходимо, кажут, выкрасить час знаходжения детей у здравницы для поширения их кругогляду и выявления здольностью. Самое главное, что приехал сюда не только оздоровиться и узнал что-то новое, познал себя. Для этого работает у нас 6 кружков дополнительного образования. Дети с удовольствием посещают. Почему? Потому что здесь и компьютерные игры, и сделай свою куклу, привези с собой подарок своим родителям.
Отличительная особенность нашего сегодня детского центра в том, что сегодня оздоравливаются дети с 3 лет. Необходимость больше эффективной организации работы детских реабилитационно-оздоровленческих центров тлумачится тем фактом, что зараз лечение неполнолетних потерпелых территорий ожитевляется у первую чергу именно у таких специализованных установок. У связи с чем, до речи, сегодня огучивается пропанова по наданию больше пильной уваги экологичной эдукации. Необходимо учить детей, как жить на заброженных территориях и выполнять потребования санитарно-гигиеничного контролю. Отповедные занятки можно проводить на базе створенных при оздоровленческих центрах школ. Тем больше, что сюда приезжают целыми классами. У Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортном лечении перекананы приводить у здравницы детей выключно с некими хворобами и патологиями нельга. По-перше, это не спрея профилактицы, а по-другое, порушая адукационный процесс. А как мы будем? Половина класса поехала, а половина будет учиться. Наоборот, я хочу сказать, что мы ввели еще единую путевку на санаторно-курортное лечение и оздоровление, которое позволяет нам решить вопрос, чтобы выехал целый класс в сопровождении педагогов. И для всех эта форма приемлема и удобна. Пленарное посяджение открыл концерт «Реквием», присвеченный 30-летию Чернобыльской катастрофы. Юные артисты, дети потерпелых районов, не глядя на возраст, они добро ведают об наступствах аварии. До речи, у Беларуси не стали спасаться на финансовой тяжкости и не обмежевали термин лечения неполнолетних за державный кошт. 24 дни медики лечат, что это оптимальный час, как достигнуть оздоровленчего эффекта. Олег Сентюров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель», Жлобинский район. На месте установки нового аттракциона у Центральном парке Гомеля знойдена стародавняя кераміка. Археологические находки выявили будаўнікі. На месте раскопок побывала Ганна Ковалева. Пакуль гэтыя прадметы нічым не адрозніваюцца ад звычайных камянёў. На самой справе, пад застарылым пластом зямлі фрагменты керамічнага посуду, якім карысталіся яшчэ 10 стагоддзяў таму. На этом месте был аттракцион «Веселые горки», который любили гомельчане и гости нашего города. Но уже время пришло, что аттракцион нужно было модернизировать, заменить. Поэтому здесь будет тоже аттракцион «Веселые горки», но уже более новый, более скоростной, с более лучшими техническими характеристиками. И при раскопках уже... В фундаментных работах были найдены вот останки жилища старинного. Археологично Гомель вывучали вельми шмат. Практично штогод на новых будаўнічых пляцоўках узнікала необходимость ахоўных даследаванняў. Раскопки не раз проводились и на территории галоўнага помника Гомеля – палацава-паркавага ансамбля. Однако на сёння шмат у чым недаследованной застаецца тая яго частка, где размещены аттракционы. Дарэчы, аттракцион «Вясёлыя горкі» простоял на гэтым месце звыш 3 десятигоддзяў. И увесь гэты час земля заставалася некранутой. В одной из траншей была обнаружена очень такая мощная пласт культурного слоя, который, естественно, надо исследовать, потому что он дает материалы. Предварительно, значит, тут материалы идут 11-го, даже с конца 10-го, 11-го, 12-го веков, и потом период средневековья – это 17-18 век. У те часы Гомель был центром радимической земли с развитой экономикой и гандлем. Усе материалы, знойденные на месте старожитного городища, дозволить удокладнить некоторые историчные звездки. Усе знаходки будут очищены, доследованы и поступят на заховывание у палацава-парковый ансамбль. Зараз работы с выкористанием буйной техники тут спынены. Будовництво ведется под контролем археологов. Дарэчы, увесці новый аттракцион планавалася у пачатку жніўня. Аднак у сувязі з раскопками гэта адбудзецца некалькі пазней. Ганна Кавалёва, Валерий Гапанько, телерадыокампанія Гомель. У сярэдняй школе аграгарадка Уваравічы Буда Кашалёўскага района адкрыўся музей, які расказвае аб вялікай айчыннай вайне на мясцовых матэрыялах. У апошні час увогуле азначаецца павышаны інтарэс да ваеннай гісторыі, прычым у экспазіцыі трапляюць рэчы, якія доўгі час лічыліся сямейнымі рэліквіямі. Вёска Прудок Мазырскага района летась азначыла 500-гадовы юбілей. За мінулы час у яе гісторыі было рознае, але перыяд вялікай айчыннай пакінуў бадай найбольш значны адбітак. У 1943 годзе акупанты зрабілі з вёскі умацаваны апорны пункт, у сувязі з чым адносіны да вяскоўцаў сталі асабліва жорсткімі. Падчас вялікай айчыннай 101 жыхар прутка загінуў на фронте, частка людзей была расстраляна. Некаторыя асабістыя рэчы, якія расказваюць аб перыядзе вялікай айчыннай, цяпер захоўваюцца ў мясцовым музеі. У прыватнасці, у арганізаванай пры доме культуры сялянскай хаце дэманструецца канапа са слядамі ад куль, под якой ад карніка ўхавалася адна з сем'яў. Апрача таго, у вёсцы сабралі матэрыял аб усіх сельчанах, якія загінулі ці пацярпелі падчас акупацыі. Ганна. Ее было 3 маленькіх дзетак. Хлопчык схаваўся,
а маленьких яе дачок, каб яна сказала немцам, дзе знаходзяцца партызаны, на вачах у маці немцы расстралялі. Ганна Пасечная не магла вытрымаць гэта гора. Доўга хварэла, але жыццё ўзяла сваё. Сын Мікалай выжыў, яна нарадзіла пасля вайны яшчэ дачку Тамару. І вось гэта гісторыя перадаецца з вуснаў у вусны. У абласным цэнтры адбыўся канцэрт пад назвай «Лета назаўсёды». Гэта сумесны праект гомельскага аўтара і выканаўца Вячаслава Корсы і украінскага кампазітара Аляксандра Удавенкі. Вераніка Варашыліна з падрабязнасцямі. Перед початком концерта на сцене Гомельского городского центра культуры репетиция за отлеглости Гомеля от Киева, звычайно, они проводятся дистанционно. Суместные творы гомельского автора и выканавца Вячеслава Корса и украинского композитора Александра Удавенки створаются шляхом отправления записов один одному. Собраться разом на одной сцене у них отрымалось литерально за годину до концерта. Вячаслав Корса – гомельский музыкант, лауреат шматлікіх конкурсов у Беларуси, России и Украине. Александр Удавенко – украинский композитор, який отримал популярность после выхода у эфир сериала «Сваты», для якого он написал музыку и песни. Суместный проект ободвух музыкантов «Лето назавсёды» – это сполучение душевных шчирых песень на верши Вячаслава Корса и музыку Александра Удавенки. Мы хотели сделать музыкальные, душевные, какие-то очень теплые вещи, каждодневных, которые касаются всех. О чем мы поем в своих песнях? О любви, о нежности, об ожидании. В общем-то, о таких достаточно человеческих вещах. Поэтому мы очень надеемся, что понравится. Подчас концерту «Летом завсёды» артисты представили как выник суместной творчести, так и свои особистые композиции. Два особные музычные блоки с авторскими песнями. Я к этому проекту шел, наверное, уже лет 20. Потому что действительно были попытки сделать этот проект, реализовать с этими же музыкантами, с другими музыкантами. Мы пробовали разные варианты, в конце концов пришло все к этому. Были годы увлечения бардовской песней, вот, которые дали тоже свой результат хороший, то, что научили обращаться со словом. Многие научили обращаться, работая, скажем, с другими какими-то музыкантами. Я работал как аранжировщик, научился чувствовать как состав музыкальный, оркестр. Вот, вот здесь вот возникает уже как квинтэссенция такого 20 прожитых лет. Суместный концерт Вячеслава Корса и Александра Удавенки «Лето назаўсёды» отримал колоссальный поспех у гомельской публики. А это значит, что он мает все шансы на гастрольный тур по Беларуси и Украине. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». У рамках проведения Дзён российского кино сегодня у гомельских кинотеатрах имя Калинина и Кастрычник, а так само во всех лишбовых кинотеатрах в области выйдет фильм «Катастрофа. Экипаж». Режиссер киностужки Миколай Лебедев знаем глядачам по спортивной драме 2013 года «Легенда номер 17». Головные роли в фильме выконывают зорки российского кинематографу Владимир Машков, Данила Козловский. Еще до початку сдымок фильма актерам пришлось пройти подрыхтовку у лётнай школе за штурвалом авіасімулятора. У новым экіпажы выкарыстана шмат суперсучасных спецэфектаў. Аднак, нягледзячы на відовішнасць, у цэнтру ўвагі будуць знаходзіцца адносіны людзей. Дарэчы, сёння ў гомельскім кінатэатры імя Калініна перад пачаткам прэзентацыі фільма адбудзецца спецыяльная забаўляльная праграма. У ёй запланаваны шэраг прыемных сюрпрызаў для наведвальнікаў. Это ни в коем случае не ремейк того экипажа, который снимал Александр Митов в 1979 году. Это новая картина, она ожидаема. В фойе кинотеатра имени Калинина будет размещена выставка авиамоделей, парашютное снаряжение. Персонал кинотеатра будет в форме бортпроводников, пилотов. Также будут концертные номера, которые связаны с авиацией. Поэтому приходите, пожалуйста, и я надеюсь, вы получите огромное удовольствие от увиденной картины. И на этом наш ранний выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам удалого дня. До новых встреч в эфире.